71-й годовины с дня народжения Тадеуша Костюшки, великого сына белорусской земли, национального героя Злучених Штатов Америки и Польши. Тадеуш Костюшка – особа с демократичным светопоглядом, европейской ведомостью, якую он завоевал, удельничаючи у войне за свободу Злучених Штатов Америки, подчас якой он стал генералом. Тадеуш Костюшка змагался за незалежность родной земли. Починаем церемонию у складання кветок до меморіального знака. Кветки от керівництва Іваценського районного комітету і районного совета депутатів. Патріот разных країн і наше особисто Білорусі. Ми приїжджаємо на день народження нашого народного героя. Национального каждый год ушановываем его память. Тому мы сегодня не могли сюда не приехать. Я народился тут километров 78 отсюль в вёсце Михновичи и мы с детства бывали. Коли гэтага палаца Пусловскіх, і тут быў толькі падмурак на гэтым месцы, дзе зараз такі цудоўны музей. Ну, а ушанаваць Тадеуша Костюшка, я лічу, гэта святая справа, і гэта наш абавязак, і таму я сёння тут. Браво, браво. 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 Браво